Продавать алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним запрещено законом. За это нарушителям грозит штраф от 5 до 100 тысяч рублей. К счастью, торговых объектов, где нарушают данный закон, становится все меньше. В этом убедились активисты молодежного патруля. Управлением по делам молодежи совместно с представителями общества правоохранительной направленности «Молодежный патруль» была проведена акция «Профилактика продажи алкоголя и табака несовершеннолетним». Ребята посетили магазины, где ни разу не были зафиксированы случаи продажи запрещенной продукции детям. Законопослушным объектам торговли в качестве поощрения были вручены стикеры, сообщающие, что здесь строго соблюдают закон. Ваш магазин был отмечен как торговая точка, которая добросовестно соблюдает этот закон. И в качестве благодарности мы хотели бы вам приклеить этот стикер о том, что молодежный патруль проверил лично. Здесь не осуществляется торговля. Здоровье наших детей в наших руках, поэтому только совместными усилиями мы сможем вырастить здоровое и талантливое поколение. Стикеры сразу же разместили на видном месте торгового объекта. Одним из тех, кого также отметили ребята из молодежного патруля, был магазин «Максим». Для сотрудников магазина это стало приятной неожиданностью. Размещение такого стикера на своей двери – это не только признание качества работы торгового объекта, но и большая ответственность перед жителями. Соблюдение закона – это в первую очередь, особенно когда законы касаются наших детей, да? Вот. Это наше здоровье, это наше будущее, сами понимаете, дети. Вот. Поэтому мы, как все граждане послушные, соблюдаем законы. Ну, желаем всем остальным магазинам поддерживать этот закон. Молодежный патруль в дальнейшем будет контролировать исполнение закона о запрете продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Будем надеяться, что все славянские магазины окажутся законопослушными и их украсят подобными стикерами. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».